Многие сталкиваются с проблемой с такой, как запотевание стекол, особенно когда идет дождь, снег или там просто влажность большая, повышенная. Вот. Как с этим бороться? Как с этим бороться? Ну, в принципе, там, если есть кондиционер, там кто включает кондиционер, там поток холодного воздуха протирают там, ну, все равно это периодически возобновляется. Поэтому вот было решено, значит, купить антизапотеватель. Есть такая штука. Вот, посмотрим, что пишет производитель, как ее применять, что делать, для чего она нужна. Значит, предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля, включая стекла с обогревом, улучшает видимость и повышает безопасность движения, ну и так далее, тут понятно. Значит, применение. Нанесите небольшое количество на сухую и чистую поверхность, затем протрите стекло насухо мягкой тканью. Достижение наилучшего результата перед применением состава предварительно обезжирьте поверхность. Так, ну в общем, понятно, обезжирить. Сейчас мы сначала протрем обычным стеклоочистителем стекло, как бы обезжирить, ну и посмотрим на результат, будут потеть стекла или нет. Как бы такой эксперимент проведем. Можно увидеть стекло все как бы жирное. Остается след, пальцем проводишь, практически можно рисовать. Но сейчас вот на улице немножко подсохло, поэтому бы стекло не так сильно потеет, но все равно, вот, допустим, там стоит чуть проехаться, вечером стекло просто начинает потеть. Значит, стеклоочиститель был приобретен специально, как бы, с содержанием спирта, вот, чтобы обезжирить все это дело. Вот. Сейчас попробуем. Ну, а потом попробуем нанести вот это средство, антизапотеватель. Посмотрим, как оно себя будет вести. Значит, сейчас нанесем немножко средства и начнем протирать. Ну, значит, начинаем протирать. Значит, лобовое вот протерли, боковые стекла протерли. Значит, очистителем для стекол. Теперь будем использовать вот это вот средство. Антизапотеватель. Значит, сейчас мы возьмем тряпочку. Значит, вот мы взяли тряпочку. Берем антизапотеватель. Наносим на тряпочку. Значит, почему на тряпочку, сразу не на стекло, потому что не хочется как бы заливать все это. Хочется заливать всю панель и прочее. Вот. Нанесли мы на тряпочку, так обильненько достаточно. Запах, значит, скажу я вам, не конфетами пахнет. Вот. Ну, в принципе, терпимо. Ну, теперь пробуем нанести средство на стекла и посмотрим, что это будет. Значит, наносим средство. Написано, нужно насухо все это дело протирать. Ну, не знаю, не видно, наверное, все это будет. Вот, ну, периодически это все раздражает. То есть вот это вот все запотевание стекол. Все вот это вот, как бы, иногда раздражает. В общем, посмотрим, чтобы сейчас мы вытрем все насухо. Сейчас, значит, мы вытираем все насухо, и будет виден результат. Значит, потом прокатимся, посмотрим, будут ли потеть у нас стекла. Сейчас на улице дождик прекратился, но достаточно влажно, думаю. Вот. Думаю, посмотрим на результат. Все стекла антизапотевателем. Значит, я вам скажу так, ребята. Когда будете пользоваться антизапотевателем, сразу либо с открытыми дверями старайтесь это делать. Вот, либо если с закрытыми, то сделали, сразу же выходите, откройте дверь и пускай выветрится, потому что как бы запах такой, скажем так, не очень приятный. Вот. Поэтому
Желательно, конечно, проветрить сразу все это дело. Значит, ребят, прокатился я. Вот, на улице влажно. Вот, дождика нет, но как бы лужи, все, дождик прошел уже. Влажно, вот, значит, прокатился я и включал и поток воздуха теплый. Вот, ну, скажу так, стекла не запотели, что, как бы, несомненно, радует. Вот, ну, посмотрим, насколько хватает, как бы, одной протирки стекла. Вот, ну, пока вроде, как бы, меня устраивает.